Вы смотрите программу «Прилюдно», и я продолжаю беседу с моим гостем. Иван, социалисты очень часто говорят о том, что самый короткий путь в досрочном – это есть отставка президента. Да. Надо сказать, что вы в этом направлении работаете. Креативно работаете. Я сейчас про ту утку, которая к, значит, резиденции президента. Но вы в самом деле полагаете, что вам удастся президента убедить, что он должен взять на себя такую ответственность и уйти? Мы рассчитываем на то, что каким-то образом получится его раскачать, несмотря на его немую, глухую и невидимую позицию. Все-таки живет в этой стране, президентом ему будет недолго. Если вы помните, я ему перед резиденцией сказал, что лучше уйти как более-менее мужчина, чем остаться у всех на слуху и в памяти, как немая утка. У него есть этот шанс. Можно сказать, ребята, извините, что-то пытался, хотя ничего он сам не пытался. Ну, ухожу. Так, этого требует народ. Вот ухожу. Плюс 3 месяца, минус 3 месяца. Не играет большой роли для него. То есть вы все равно пытаетесь достучаться. Мы будем настаивать. Вот если он не понимает, будем искать методы такие, которые сделают то, чтобы он понял. А знаешь, вот на что бьют ваши противники? Они говорят так. Ну, вами то, что практически пугают, в каком плане, тут, наверное, ты знаешь. Пугают тем, что вот если придут к власти левой партии, все, всем европейским устремлениям нашим конец. Вот здесь будет сплошная Азия, и будет плохо. А мы вам предлагаем такой путь. Вот знаешь, ты мог бы попытаться сформулировать, вот что из этих пресловутых европейских ценностей, да, которыми очень многие сегодня даже спекулируют, все-таки вы бы оставили, и какие-то, я не знаю, вот в отношении Республики Молдова, документы, да, вот все эти шаги, что все-таки вы считаете, что это могло бы остаться, а что вы категорически не приемлете? Людмила, вот я недавно слушал этого товарища Фюля, вот то, что он говорил с трибуны парламента, в стенах парламента, я ему говорил в 2010 году. Так. А помнишь, что он спросил, да? Так, да. Что вы понимаете под словом проевропейское? Да, правительство. Потому что то, что происходит на сегодняшний день, только проевропейским назвать невозможно. Несмотря на то, что сами европейцы и американцы виноваты в том, что они как бы позволили этим делать то, что они сделали. Угу. Если не поставить вопрос другим образом, да, не помогали ли они в этом смысле, закрывая глаза. В 2010 году, первый раз, когда мы встретились с господином Фюле, я ему сказал, что тогда еще только начиналось своего рода понятие, которое они внедрили здесь, и о котором они говорили на европейском пространстве, история успеха. И раз в 3 месяца, раз в полгода, когда у нас была возможность встречаться, я его переспрашивал, в чем вы видите историю успеха, господин Фюле? История успеха не может заключаться в том, что происходит сегодня на территории Республики Молдова. Если вы ее видите через призму криковских подвалов, это одно. Если вы ее видите, и опять же, бывая там, не продавая вино, потому что у Крикова есть свои определенные проблемы на сегодняшний день, несмотря якобы на открытый рынок со стороны ЕС. Значит, возвращаемся к что такое и что социалисты готовы. Мы не антиевропейцы, чтобы было понятно. Да? И не антирумыны, как нас пытаются позиционировать. И мы не являемся террористами, как нас наши оппоненты, конкуренты на политическом поле назвать. Назвать, да. Пусть будет назвать. Мы против агрессивной политики Румынии, против унионизма как такового, да. Это борьба не румынского народа, а политических определенных элит. Вот. Угу. Мы против двойных стандартов Евросоюза.
то, что происходит, вот, что господину Фюрину понадобилось 6 лет для того, чтобы он понял, на самом деле, что история успеха превратилась в историю кошмара для Республики Молдова и ее граждан. Мы, скажем так, против тех документов, договоренностей, которые вредят дружить с другими. То есть мы не хотим дружить против кого-то. А на сегодняшний день так получается, против России, и будем, ввиду, да? грубо говоря, нас заставили дружить против России. Мы не хотим дружить против России. Мы хотим дружить со всеми. Поняла. А Россия наш стратегический партнер. Поэтому у нас замечательные отношения и просто видение к румынскому народу как таковому, не к политическим людям. Мы нормально воспринимаем ряд очень большой того, что касается европейских стандартов. Mm-hmm. Да, мы против некоторых вещей, которые ну, не являются для нас традиционными, начиная от этих законов с однополыми, равенстве шансов и так далее, то есть о продвижении. Да, вот это мы категорически не примем. Что касается системы юстиции, полиции, да, давайте брать лучшие модели. Что касается торговли, ну, торговали в 2008 году. Наш постулат четко говорит о партии социалистов. Ребят, давайте возвращаться к асимметричной торговле с Европейским Союзом. Это самая лучшая формула на сегодняшний день. Лучше не придумать. Вот временем доказано. Зачем, значит, мучить, если не получается. И, естественно, восстанавливать хорошие отношения с Россией. Потому что по-другому не так. Я тебя сейчас слушаю и думаю, ты по парламенту не скучаешь? А по парламенту, ну, а я там бываю, что я в кабинете фракции, как бы участвую на каждом заседании фракции. Веду, кстати, социальную группу нашей фракции депутатов. Я что имею в виду, давай поясню для наших телезрителей. Не часто так бывает, чтобы человек, да, променял должность депутата парламента на должность муниципального советника. Ты этим многих удивил. Ну скажи, тебе это решение, вот как оно к тебе пришло? И нет ли здесь связи с Дарином Киртуака, например? Потому что у вас уже, по-моему, вот сознайся, у вас уже личные такие вот отношения, которые... Это у него личные, у меня личных отношений с ним... Ваня, ты лукавишь. Все помнят эпизод с ухом. Нет, и другие такие. И вызов на дуэль. Ну, было. Давайте таким образом просто посмотрим на все эти вещи. Эпизод с ухом позволил тогда заблокировать принятие решения более 800 по, в первую очередь, по земельным историям. Заблокировать. Некоторые критиковали, но получилось заблокировать. Вот они все равно приняли, чуть позже. Да? Хотя я уверен, что можно было предотвратить и это. Ну, забаррикадировались там в здании примарии, закрыли двери, привезли автобус. И я хочу сказать, что многие либеральные советники в то время говорили, все равно мы знаем, что мы последний раз, мы обязательно примем. С вами, без вами, без на танки вы приезжаете. Ну, я помню и это больше всего страшит. Угу. Теперь, что касается вызова на дуэль, это был ответом. То есть, если ты хочешь, если у тебя чешутся руки, господин Киртуака, пожалуйста, давай перестанем говорить об этих вещах в здании примарии. В здании примарии давай говорить о тарифах, давай говорить о дорогах, давай говорить о троллейбусах, давай говорить о школах, о детских садах, о медицинских учреждениях, о стройках, о чем хочешь. Но не об этих историях, да? Значит, как только там увидеть, я дам. Хочешь ждать, пожалуйста, не проблема. Идем в спортзал, можем позвать все камеры какие-нибудь, пожалуйста, перчатки, по-мужски. А если бы он согласился? Не проблема, так я уже сказал, в любое время, в любой день. Ты уверен вот в себе, в своей физической форме? Вот. Я не люблю, когда люди просто раскидываются словами так или иначе. Да, если бы мы были в другой плоскости, в другое время, ну, к примеру, во дворе и в юношеские годы, то, я думаю, мы повздорили совсем по-другому. За слова нужно отвечать в любом случае. Uh-huh. Вот я ему даю, и давал, и даю впредь эту возможность, когда хочет, где хочет, в зале. И надо. То есть твое это предложение, оно остается в силе? Абсолютно. А в примарии разговаривать только о вопросах, касающихся горожан, пригородов и так далее. Исключительно. Да, без этих цирковых шоу, которые он постоянно устраивает.
Возвращаясь к вопросу о депутатском мандате, мы не родились депутатами и так далее. Да? То есть решение было принято, у нас очень большая фракция, 19 человек в муниципальном совете. Сегодня, возможно, получится изменить некоторые вещи к лучшему, учитывая ту конъюнктуру, которая есть. Я лично обещал многим в избирательную кампанию, что дальше будем вести вот эту вот линию по защите интересов горожан. И ежедневно, вы видите, да, если не стройка, то да, я примария, помню, если не примария, то комиссия, если какие-то куски забора, то есть там, то есть все время экшен в этом вопрос плане, да. В экшене, вопрос в том, что привлекается внимание проще всего таким путем, если, я так понимаю. Если удается каким-то образом что-то остановить беззаконие, беззаконие слишком много в Кишиневе, чтобы препятствовать просто бумажными методами, потому что что касается бумаги, иногда вот у нас появляется такая история, что вот, надо вот это сделать. Мы использовали все, суд, прокуратуру, все, что возможно, да, все методы законные, которые есть. Не работает, потому что не работает вообще закон в этой стране. Что предлагают? Брать палки, с палками ходили, прям дубасить их там. Мы так не умеем. Не то, что не умеем, так неправильно. Да. Потому что нам, в отличие от них, это хорошая нам, в отличие от них, нужно что-то рассказывать своим детям, их детям и так далее. Потому что у них нету в этом смысле, я думаю, ни мамы, ни папы, да, начиная с 7 апреля и заканчивая сегодняшним днем. Потому что невозможно каких-то мерседесов С-класса разъезжать, да, в то время, когда ты знаешь, что ты, их же педагоги, да, те люди, которые их лечили, там, да, просто стоят с проками другой. Это зверство, это не люди. Вот я это не понимаю. Мне кажется, что ты все-таки немного. Обещал, сделал. Значит, сказал, что если не получится, мы не держусь за депутатский мандат. Я его сдал. Хотя очень многие пытались отговорить. Пытались. Хорошо. Мне кажется, ты скромничаешь немного, потому не что ты человек, ну, я свое мнение сейчас высказываю. Мне кажется, ты человек эмоциональный. Вот так вот по-хорошему эмоциональный, потому что нельзя, вот, мне кажется, заниматься политикой, да, и при этом быть таким хладнокровным, смотреть на то, что происходит. Вот. Тебе это как, не мешает вообще? Вот я слушаю эмоциональность, да. Вот ты можешь выступить настолько эмоционально ярко. Я сама слышала твои выступления. То есть можешь завести зал. Это хорошо. Но с другой стороны, есть ведь и другие моменты, где твоя эмоциональность может быть тебе где-то даже и вредит. Как? А это не связано с каким образом. То есть эмоции, они. Попробуйте. Я говорю, в том числе депутатам, да, или советникам на сегодняшний день. Выйдите, поговорите с людьми на улице. Поймете, что это не является каким-то всплеском. Это является еще подавленным, скажем так, восприятием того, что происходит на самом деле. Да? Потому что беззаконие сплошь и рядом. С этим бороться трудно. Соглашусь. Говорить об этом да. Без эмоций невозможно. Да? Ну, как говорить без эмоций, когда вчера мы на фракции, грубо говоря, обсуждали невозможность приватизации семьи с детьми, с 10 детьми там, одной квартиры, потому что просто бюрократия тупорыла не позволяет. Да? И всем все для одного места. К нам, когда ты меня спросил насчет партии СССР, очень много людей обращаются, говорят, особенно вот в юридический отдел, в отдел по поддержке социальной граждан, как в последнюю инстанцию. Да? То есть не суд. Ну, это и есть, да, в данном случае, это не то, что комплимент, это признание тогда, значит, ваших заслуг. Вас должно это радовать. Если позволишь, я тебя верну немножко на личное, потому что тоже есть интерес к этой теме. А какой ты дома? На работе я вижу. Есть одна проблема, которую я очень часто говорю. Это то, что очень мало получается уделять семье внимания, к сожалению, к большому сожалению. Очень часто происходит таким образом, что ты уходишь, они спят, ты приходишь, они уже спят.
И это неправильно, я думаю. Ну, по крайней мере, раз в неделю, один день пытаемся выкроить для того, чтобы погулять с детьми. И ну, вечерами, когда уже они спят, попытаться там с женой поговорить, какое-то кино посмотреть, даже если это не всегда позволяет время. Я тебе помогу. В одном из интервью ты сказал так. Мы с дочкой играем. В доме много игрушек и всевозможных игр для развития. Я читаю ей стихи, сказки, молдавские, русские, народов мира. Она внимательно слушает. Мы поем с ней песни, играем на разных инструментах. Губной гармошке, гитаре и пианино. Да, ей очень нравится, а во мне это вызывает особо трепетные чувства. Вот хотела бы это увидеть. Правда-правда. Ну, это можно устроить, я не думаю, что... Ну, это как-то лично, я думаю. Ты такой, вот, во-первых, играешь на всех этих инструментах? Ну, играю, да, чуть-чуть. Да? А теперь уже готовишься, я так понимаю, читать сказки и для второго ребенка. У тебя сын маленький. Ну, сейчас получается... так, что они оба могут слушать, потому что дочь моя уже понимает, кстати, в том числе... русский язык, несмотря на то, что мы ему говорим на молдавском, находит в русский садик. Угу. Мы целенаправленно с женой. То есть вы это осознанно сделали? Да, осознанно, угу. Абсолютно. Вот, и очень радую. Ребенок в 3,5 года как бы свободно говорит на одном языке, второй понимает и выражается. Ну, пытаемся читать обоим. Если повторяю, папа не пришел, когда они уже спят. Как-то вот так вот. Ну, сейчас, когда палаточные городки, когда да, все... Да, я вот подумала, что сейчас, наверное, сложнее гораздо. Интервью выбрали то, что было ну, как минимум 1,5 года назад, потому что у нас сначала избирательная кампания была 30 ноября парламентская, потом башканские выборы в Гагаузии, потом местные выборы, теперь... хождение по палаткам и протестам ежедневно и так далее. Мне стыдно, но я должен признать, что времени меньше на все это. Ну, ты не одинок. Очень многие как раз жалуются именно вот на то, что не удается уделить семье достаточно времени. Ну вот смотри, заканчиваю последний вопрос. Иван Чабан предпочитает 2 девиза в жизни. Первый. В политике нет ничего невозможного. Да, так. И второй. В любой момент все может кардинально измениться. Вот скажи так вот, прилюдно, что бы ты хотел кардинально изменить, а что? А что бы не хотел не менять никогда? Ну, если вопрос о политике, то... Нет, вопрос о тебе вообще. А, ну я думаю, что мне нужно давать оценку в этом смысле. Я думаю, что она будет не объективной. Потому что я бы вернулся в область политики, чтобы что изменить эту власть и как можно быстрее. Поменять ее, потому что все уже достало совсем. Всех достало. Вот не удивил меня твой ответ, потому что если говорить об области политики, вы же об этом действительно говорите, ссылаясь на ваших, как ты говоришь, избирателей. Потому что все очень просто, по-моему, в этом смысле. Повторюсь, наверное, но мне кажется, что они просто убивают нашу страну. Или их отстранить от этой власти и наказать всех, которые виновны в этих беззакониях, которые произошли за последние годы, и начать развивать нашу страну. Или они ее добьют. Будем надеяться, что победит оптимистичный сценарий. Я благодарю тебя за эту беседу. Мне кажется, что твои ответы помогут людям лучше понять, чего хочешь и можешь ты, и чего хотят, и что могут сделать для страны социалисты. Спасибо тебе. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. Непременно увидимся.